коробочка, которая снимает очень хорошо так называемый лающий или сердечно-легочной кашель. Это точка, которая находится вот в этом месте, внутреннее расстояние между складочкой локтя и локтевой косточкой. Вот в этом месте находится так называемая сердечно-легочная точка. Точка, хочу сказать сразу, в достаточной степени болезненна. Вот на нее тоже надо воздействовать в течение 40-50 секунд через каждые 3-4 часа.